Привет! Сегодняшний гость моего разбора – это новинка. Мега-новинка, которая выходит в каталоге, которая презентация 13-го каталога – это серия One. И у меня будет вот эта новиночка – разогревающая, очищающая масочка. Сразу скажу, у меня был пробник, и из этого пробника я как раз нанесла содержимое на лицо. А далее будет как раз тест-драйв показан, как выглядит эта масочка, как на лицо наносится. И давайте посмотрим, что же это такое. Вообще, это новая новинка. Серия, еще раз повторюсь, серия One, веганский продукт. Везде на каждом продукте увидите вот такой значок в каталоге. Это веганский продукт, который натуральный. Натуральный, без всяких вредных там ингредиентов, подходит для тех, кто очень любит натуральную косметику веганскую, предпочитает ее для молодой кожи. Молодая кожа, вообще как бы компания презентует с 20 лет. Я могу смело рекомендовать ее с подросткового, с 15-14 лет, потому что здесь настолько легкие компоненты, они безвредные, без супер там химических таких соединений, то есть легкие текстуры, абсолютно легкие, увлажняющие. Огромный плюс этой серии, вообще всей серии Avant, это мега увлажнение. То есть после того, как вы наносите продукт, на коже образуется такая тоненькая невидимая пленочка, которая, скажем, не вредит ощущением, что какая-то пленка там на лице у вас находится. Нет, эта пленочка, она невидимая, и ее задача удерживать влагу в коже. Представляете, как здорово? То есть вы наносите продукт, а вот эта пленочка как раз-таки задерживает влагу в коже и не дает коже, ну, пересыхать. Да? Постоянно увлажненная, здоровая кожа. Что еще здесь самое такое вот интересное, это, конечно же, вот эта пленочка с мегаувлажнением. Вся серия мегаувлажняющая. Еще она как бы презентуется макияж с эффектом ухода. Да, вот есть тут декоративная серия, если посмотреть. И вот на страничках каталога как раз-таки с декоративным элементом, но уходовый. Итак, давайте мы с вами посмотрим, что же я протестировала. По другим продуктам будут другие видео. А сейчас гость нашей программы в студию, да, это разогревающая, очищающая маска из серии One «Эффект очищения». Итак, пробничек. Полноразмерный продукт – это 75 миллилитров. Код пробника 45698, вот он, а код продукта 41382, как раз в 13-м каталоге, который начался. Итак, смотрим. Далее, после того, как я нанесла маску, я расскажу о своих ощущениях. Ну что, друзья, протестируем новиночку из серии One, разогревающую масочку. Называется она «Эффектное очищение». У меня вот такой пробничек. Сейчас посмотрим, что там внутри. Оторвала. Надрывай сама первый раз. Буду делать, даже не знаю, что там за зверь такой, разогревающая масочка. Посмотрим, насколько тут ее хватит мне выдавить. Вот она, такая штучка. О, она такая, знаете, тягучая штука. И вот когда я наношу сейчас на лоб, видите, она начинает сразу краснеть. Она действительно разогревает. Слушайте, оно тут здесь прям такая баня. Баня на лице получается. Я не знаю, за счет чего так это бывает. Ну, вот она. Наносишь ее, и все, горячее. Лицо горячее, реально горячее. Производитель компании Oriflame рекомендует наносить ее на 20 минут. Ну, нанесем вот так вот на все лицо. Ее как раз хватит на все лицо.
полтора миллилитра в этой масочке. Код ее 45698. Ну вот при вас. Вот вдавливаю все содержимое. И вот, вот такой вот эффект вант. Пальчиком наношу. Я на все лицо нанесу. И посмотрю. Через 20 минут посмотрю. Освежающий. Пока освежающего эффекта я не чувствую. А вот разогревающий, да. Видимо, сначала разогреет, а потом... А потом уже освежит лицо. Но будем надеяться. Гелевая такая, как вы видели сами, текстура. Зелененько-прозрачного цвета. Чистая матовая кожа. Будем смотреть через 20 минут. Потом смою, скажу, что и как, какие ощущения у меня после этой масочки. Экологичная продукция, веганская. Веганский значок, то есть они полностью натуральные. А упаковка на основе переработанного пластика не тестируется, естественно, на животных. Ну, будем смотреть через 20 минут. Увидимся. Итак, друзья мои, мы посмотрели, как выглядит масочка, какая у нее текстура. Сейчас расскажу, в чем суть этой масочки. На мой взгляд, это как бы мое мнение, это на мой взгляд. Итак, при первых нанесениях только вот я взяла из пробничка содержимое масочки, что получается. При контакте на кожу, когда мы наносим, начинается вот этот разогревающий эффект. Это действительно сразу почувствуете с первого вот буквально прикосновения к коже лица масочки начинается вот разогревающий эффект, знаете, похоже на эффект бани, сауны, да, то есть оно раз сразу и разогревает кожу, и она слегка краснеет, но не вызывает вот такой красноты, нету, просто вот такой разогревающий эффект. Потом буквально после того, как проходит минут 5, может быть меньше, это все индивидуально, зависит от чувствительности вашей кожи, начинается такой вот едва уловимый охлаждающий эффект. Ну, такой, знаете, как мята чуть-чуть добавлена. Но здесь в составе зеленый чай. Этим все сказано. Зеленый чай богат одним из основных ингредиентов, который мега полезный. Он отвечает за очищение кожи лица. Вот этот полифенол, который отвечает за очищение, противовоспалительный эффект имеет и успокаивающий. То есть три в одном, да, в одном компоненте три функции. Очищение, успокоение и противовоспалительный эффект. И все, вот на этом как бы вот все. Когда прошло 20, ну может быть у меня минут 15, рекомендовано на 20 минут нанести эту масочку и затем смыть ее теплой водой. Все, я ее смыла. И дальше, как бы, вот это мои ощущения. Это мой вердикт вот этой вот масочки, новиночки. У меня вот еще есть один пробничек. Что скажу честно? Вот я не поняла. Вот я не поняла эту маску. Вроде она разогревающая. Да, она разогревающая. Очищающая. Вот я не заметила, честно. Вот честно, я не заметила. Мне не хватило вот этого вот очищения, как вот обычно вот масочки есть, очищающая. Да, наносишь на лицо, и оно действительно очищается. Очищаются поры. По-другому кожа выглядит, по-другому она себя ощущает. Вот ты понял, что ты нанес маску, она у тебя поработала на лице, ты ее снял, смыл очищающее, все, ты видишь чистую кожу. Вот действительно произошло очищение. Здесь вот с этой маской я этого вообще не заметила. Вот вроде бы, знаете, вот такое вот ощущение, что вот что-то на коже было нанесено, и ты, когда вот это все убрал с кожи, а ничего и не произошло, а ничего вроде как и не заметил, ну вот как-то вот совсем мимо прошло. А вот я ничего не увидела.
ни какого-то вот мегаувлажнения после этой маски. Ну, хотя здесь, конечно, нету, она не мегаувлажняющая. А основная функция ее как раз-таки, что я не поняла, где очищение? Мне вот хочется задать вопрос, а где очищение? Где вот эта очищающая функция вот в этой масочке? Ну, я не поняла, не знаю. Вот честно, вот это мое независимое мнение, которого мне не хватило. Не хватило. Да, возможно, прекрасная серия, возможно, прекрасная серия. И скорее всего, если это для молодой кожи, да, наверное, подойдет. Но молодая кожа тоже разная. И для какой-то кожи, если она жирная, то здесь, ну, здесь нужно очищение. Действительно, очищение пор, увлажнение, очищение пор. Если эта кожа нормальная и сухая, вот тогда она подойдет. Возможно, она подойдет, особенно для сухой, когда, ну, не знаю, у меня жирная кожа, я не могу давать такие советы, что если у вас сухая кожа, то вам она прям вот зайдет. Продукт найдет своего покупателя, это однозначно. Кому-то она понравится. Это вот мое независимое мнение, потому что, ну вот как бы я, если хвалю продукт, действительно он мне заходит, значит я его люблю и значит я им пользуюсь. А здесь я нет, я не поняла. Еще раз повторюсь, я не поняла. Мне не хватило очищающего эффекта, потому что у меня кожа жирная, и я люблю, предпочитаю действительно, если это очищающая маска, то она должна функцию нести и работать как очищающая маска, а не просто, что нанес что-то на лицо, потом смыл и не понял, а было это вообще или нет, или это сон тебе приснился, и что было на лице, а ничего не было, ничего не произошло. Вот такая вот супермаска, от которой ничего не произошло. Ну, не знаю. Не знаю, поживем, увидим, подружусь я с ней или нет. У меня еще вот есть один пробничек, дам вторую жизнь, как говорится. Попробую еще раз, попробую, нанесу, посмотрю. Может быть, и подружусь, может быть, и понравится. Пока не буду торопиться, для себя не буду торопиться покупать полноразмерный продукт. Честно. Потому что вот как-то вот так. Не зашла у меня с пробника сразу дружба с ней. Но еще раз повторюсь, что продукт найдет своего покупателя, потребителя. Кто-то попробует и скажет, вау, и это правда будет. Потому что, ну, на каждый продукт есть свой покупатель. Кто-то скажет, нет, это не мое, как вот я, например. А кто-то скажет, да, это мое, и мне понравилось. И это имеет место быть, и это здорово, что она вот понравится вам. А не понравилось мне. А вообще, вот еще раз, я там начала, продукция идет возраст 20, но можно и с 14 лет, потому что легкий состав. А для молодой кожи, для подростковой очень легкий, хороший. Это вот, например, скажем так, что у нас здесь есть? Вот. Кремы для кожи вокруг глаз, крем для лица. А вот с маской вот так у меня вышло. Ладно, не буду больше о ней никакие оды, ни хвалебные, ни плохие говорить. Просто вот для любого типа кожи написано. Возраст 20, но можно с 14, смело можно. С 14, с 15, с подросткового и вот до бесконечности. Здесь уже точно не ограничен. Пробуйте, смотрите, тестируйте на себе, пишите в комментариях, буду очень рада услышать, правда, ваши отзывы. Может, что-то я недопоняла. Вот буду рада, если кому-то вот действительно понравилось, кому-то эта масочка зашла. Поэтому вот как-то такой вот у меня, скажем, честный разбор полетов по поводу этой маски с моей стороны и касаемо моей кожи. Все. До новых встреч, приятных покупок. Пока-пока.